Вопрос рекультивации карьера рядом с микрорайоном Восточный в Звенигороде закрыт. Открытыми остаются другие. Ответит ли собственник за вырубку деревьев без разрешения и за земляные работы без ордера? Вопросы к нему могут возникнуть и у ФНС за использование участка не по назначению, а значит, оплату налогов по более низкой ставке, и у автодора из-за сомнительного съезда с бетонки. Собственнику указано на то, что ответственность в любом случае, что бы сейчас ни происходило на этом участке, будет нести он в соответствии с действующим законодательством. С завтрашнего дня мы планируем выставить посты охраны на основных подъездах к этому участку. Постов охраны предполагается 3. Их точное число и место будут определены вместе с жителями. Впрочем, под контролем окажутся не только границы участка. Благодаря камерам видеонаблюдения за тем, что происходит на карьере, можно будет следить в режиме реального времени. Это будет онлайн-трансляция, она будет выведена на сайт администрации, причем с возможностью записи. И, соответственно, любой желающий сможет заходить на сайт администрации и смотреть то, что происходит, какие машины заезжали, выезжали, что завозили. Дальнейшую судьбу земельного участка сельхозназначения площадью более 24 гектаров еще предстоит решить. Собственник взял время обдумать возможные варианты. Но что бы он ни предложил, окончательное решение будет принято только вместе с жителями города. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».